Итальянские технологии, российский климат и чувашская земля. Такое сочетание в будущем должно давать хороший урожай овощей, максимально приспособленных к нашим природным условиям. Для этого в республике планируют создать селекционно-семеноводческий центр. Нюансы проекта обсуждали сегодня в Доме правительства. В феврале прошлого года на инвестиционном форуме в Сочи кабинет министров Чувашии и Итальянский телематический университет имени Никола Кузана подписали соглашение о сотрудничестве. Так появился проект «Солнечный». Здесь, на территории Чувашии, мы хотели бы заняться селекцией семян и разведением рассады. Я знаю, что на территории Чувашской республики есть уже инфраструктуры, с которыми мы могли бы сотрудничать для того, чтобы исследовать разведение семян. Сейчас итальянская сторона презентовала уже 14 новых видов семян. На подходе еще 25. Сейчас решается вопрос по допуску их государственным испытаниям на территории России. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что в отличие от наших природных условий, погода для инвестиций всегда благоприятная. Мы создавали комфортную среду для работы на территории Российской Федерации, любыми нашей республики. И также в дальнейшем будем создавать эту благоприятную среду.